Ну хорошо, подойдет. Сказал же, все соберитесь. Ну ладно, пошла запись, все. Ну что? Как зовут тебя? Меня зовут Санжар. Танга? Санжар, Санжар. 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 Да, Санжар. Даже подсказывать есть кому, да? Да. А тебя как зовут? Рузикол. Ну вы все вместе, да? Все вместе, да, за одну ребенок. А ты самый высокий. Я все равно забыл уже, как тебя зовут. Как еще побольше есть. Ну хорошо. Меня зовут Исабек. Вот с тобой мы знакомы с 13-го года. Да, да, вместе работаем раньше. С 13-го года еще, да? В 12-м, 13-м. Два года не было, что-то из-за ковида было у тебя, да? Граница перекрыта, да? Да, да, в 19-м году не смог, граница закрыла. Но пробился же, все. Вот почему... Некоторые пробились, а у нас... Вот почему в Рюму едут люди, а? Хатам, давай ты самый старый у нас. Почему в Рюм едут люди? От вас так много в этом году, как никогда. Не понял. В Рюм почему так много людей едут? Ну потому что здесь как все бы, хорошо платят, кормят. Все хорошо, кормят хорошо, отлично. Одевают. Женщины готовят конкретно, да, на самом деле. Хоть на ночной смену, хоть на дневной смену, вообще отлично готовят. Да. Ну, условия хорошие, да, условия для работы. Хорошие. Остальное зависит, как всегда мы говорим, зависит от тебя самого. Да, да, да. Это все хорошо. Да. Почему вот я много людям вопрос задаю, вот на черёмный вашим задавал, Диме задавал, опять же вопрос. Дима, ты вот 10 лет больше работаешь, вот почему мы сюда ездим? А человек пришел, с нового бульдозера уволился, вот почему так? Что людям не хватает? Ну не знаю, наверное, ему самому работа не нравится, работа, да? Нет. А так остальным все хорошо. Вы это сами говорите. А потом, мы же много лет ездим. Значит, да, можно работать? Конечно. Вот работаем. Работать. Вот уже сколько. Ремонтируем. Вот, например, я сам 6 лет работаю. Вот я постоянно этот вопрос постоянно задаю. Да. А почему люди вот... Ну что еще надо? Вот условия созданы. Все. Техника вот новая, эскалатор, новый бульдозер. 2 года его нету нафига. Насчет себя скажу. Например, мне вот сейчас вот кормят, одевают, ну, дают, да, условия хорошие. Мне нравится. А если кто не хочет работать, да, например, да, увольняется, значит... Почему? Вот ты старый, вот, скажи, почему? Вот он сам не хочет работать. А зачем тогда приходил сюда? Он думал, что, пройдет, да, его снять. Ну вот, новые бульдозера, 3-4 года, это новые бульдозера, да. Эскаватор, он то же самое, смотри. Ну на шахманах вроде ваши сейчас молодцы держатся, да, на шахманы сели. 35-ки новые, 3 года, смотри, а. Не, на что техники вопрос нет, а пока. Ну почему так, работаем, вот я не работаем. Знаю. Коробки, Виталька, Виталька-то у нас по коробкам могучих каждый месяц делает эти коробки. Какой каждый месяц? Каждую неделю коробки с бульдозера, коробки. Я никакую тайну не раскрою, оно так и есть. Вот. Почему в тапочках ездят на бульдозере? На бульдозере надо вот так, как вы. Вышел, посмотрел. Да, да. В тапочках, наверное, нельзя выходить нельзя, с бульдозера. Конечно. С наушниками тем более. На униформе. Зачем? В униформе должен быть. В униформе, правильно, да, да. Ладно, мы что-то о грустном. Вот. О, самое главное у нас. Самый главный. Видишь, самые большие у нас. Вот они самые большие и самые главные. Мы с тобой... Потом как-нибудь. Да. Скажи что-нибудь. А что там? О работе? Да, о работе, по-моему, уже наговорили столько. Дома, семья, как все. Хорошо. Да, вот ради них здесь. Я уже такие слова говорю. Лучше сами, ребята, говорите. С родными связываемся. Вот погода. Связь есть? Да, есть. Есть связь, вот видишь, да. Wi-Fi есть. Хотя Wi-Fi есть. Да. Wi-Fi, да. Есть, да. Можно поговорить? Конечно. Можно. Даже по видеозвонку звоню домой. Вот видишь, да? Да. Ну, денежку заплатил, говори. Конечно. Со временем уверенный, бесплатно все это будет. Уверен, да, это да, только да, сейчас да, налаживается. Да. Так что все хорошо, нечего жаловаться, только все. Надо работать. Да. Погода теплее стала, чем... Вытерпите 8 месяцев, вытерпите. Ну уже 7. Уже 7 месяцев. Да.
Я могу даже остаться зимой даже здесь, охранником. Зимовать. Не надо, не надо. Зимовать. Да, ради чего тогда работаешь? Ты должен в отпуск съездить, отдохнуть. Да. Если ты не отдохнул зимой, 4 месяца законных отпуска, какой себе работник? Ты не выдержишь? Да ничего страшного. Ты вроде не молодой, а такой шустрый. Ну я свое отжил уже. Свое отжил, только придется трудиться. Ну, где ты ходил, бродячил, где ты ходил, не работал. Молодец. Только сидел за кресло. Ну, а теперь только придется работать. Ну, у всех по-разному. Но... Значит, сейчас отвал футируем. Что с отвалом-то у вас? Вот, ну, вот отвал, футировка отвала. Вот сегодня ночник придет, закончит, дай бог. Вообще, молодец, ребята. Ты, мне как-то говорил, самое сложное это вот с отвалом работать, да? Самое сложное. Да, да. Ты мне как-то говорил, я вот в этих делах не очень. Давай в двух словах, что такое футировка? Футировка это меняется вот этот листы. Вот сам. Вообще, говорится по бульдозерному, это разговору говорит, он зеркало, а так это лопатка. Как? Лопатка, лопата. Лопата? Да, лопата бульдозера вообще. Отвал? У нас, ну, да, отвал называется. Ну, отвал здесь. Но. У нас лопата, где-то отвал говорят. Вот, футировка, что обозначает? Меняется вот этот лист, ножи меняются. Вот это называется футировка. Нож не отвалится? Вот это сами? Нет. Сами он делают. Крепко и четко заварен. Крепко. Это... Сзади дали косынки, чтобы когда он толкает, чтобы когда упирается, ну вот грунт, чтобы не отламывался его ножи. Это ответственная работа, оно же может. Конечно, конечно. Почему, здесь... почему заводские ножи не выдерживают? Ну, у нас. Почему сами вот делаем? У нас это? Грунт, если был бы песок, это он выдержал. Здесь камни, грунт разный. Из этого. А что завод делает для песка, бульдозер? Конечно. Да? Завод, для, да, угля, для песка. Да, да, а для, да, нас специально не делают ножи? Нет, чтобы... Он должен крепким быть. Сталь крепким быть. Ну вот как из так? Этого... Ну а почему не делать сразу, вот как мы, допустим? Ну я не имею в виду то, что с башмаков мы делаем. А почему не делать ножи заводские, чтобы не скальник выдерживали нас? Ну... Что, у нас только скальник, что ли? Или мы, нет, ну... вообще есть. Есть, по, да? России, конечно, конечно. Это матушка Россия большая. Из этого. Хорошо сказал. Да. Сейчас об этом многие.